Все на генеральную уборку страны. Чувашия присоединилась к всероссийскому субботнику «Зеленая Россия». В Чебоксарах экологическая акция началась раньше, чем в других регионах. В 8 утра в Берендеевском лесу собрались представители министерства и ведомств, общественных организаций, экологи, студенты и неравнодушные горожане. Старт акции дал глава республики. Михаил Игнатьев сообщил, что с утра уже успел проинспектировать территорию. Сейчас она стала значительно чище, чем раньше. Но еще многое предстоит сделать, чтобы избавить лесной массив от мусора. И от слов сразу к делу. Личный пример действеннее всего. Вооружившись бензопилами, представители власти приступают к распилке валежника. Эстафету подхватили другие участники субботника. Сразу в нескольких местах визжат пилы. Раньше с дедами, с отцами в деревнях пилами пилили. Совсем другое дело. И работать хочется. Интересно, скорость какая пила, да? Партию коллегам составил и министр здравоохранения Владимир Викторов. Орудовать инструментом, говорит, не привыкать, приучить с детства. Другое дело без галстука выйти из кабинетов и пообщаться на свежем воздухе. Пилой, говорит, одному работать невозможно. Обязательно нужны напарники, кто-то должен держащий, кто-то должен подающий. То есть навыки командной игры тоже здесь есть, да, не только в спорте, не только в работе. Берендеевский лес – излюбленное место горожан. Летом здесь катаются на велосипедах, зимой на лыжах. Очистить парк от накопившегося за лето мусора – общее дело. Большие мешки наполнялись в считанные минуты. Бытовые отходы, сухие ветки. На этом участке высадился ударный десант ЧГУ. Когда мы очищаем свой город от мусора, то на душе становится легче, чище. И действительно дышать становится гораздо приятнее. Поэтому мы всегда в этих акциях будем принимать самое активное участие. Акция призвана заложить основы экологического воспитания. Людям важно прививать культуру взаимоотношений с природой. Обращаясь к горожанам и к всем тем, кто приходит гулять в разные парки, в разные леса, чтобы за собой научились убирать мусор. Это же не трудно. Собрать пакет, потом где-то по дороге выбросить, соответственно, те контейнера, которые есть. Когда вот это есть, наши дети же смотрят, когда бутылки оставлены, когда мусор лежит около костра, им же потом тоже не захочется убирать. А это имеет огромное воспитательное значение. Отличная погода способствовала трудовому настрою. Участники шутили. Это хорошая утренняя гимнастика и заряд бодрости на целый день. Мне нравится гулять, свежий воздух, тем более в лесу. Я не знаю, вот в городе особо так и не гуляешь, если честно. Только во время отпуска, а здесь мне нравится на природе походить. В санитарный рейд многие вышли целыми семьями. В экологическом субботнике в Берендеевском лесу и роще Гузовского приняли участие более 500 человек. Активисты собрали около 450 мешков с мусором. А как поработаешь до поту, так и поешь в охоту. Чай с домашними пирожками был очень кстати. Энтузиасты также наводили порядок в дубовой роще и Бауманском лесу. Благоустройством территорий занимались во всех районах и городах Чувашии. На генеральную уборку в республике вышли 10 тысяч человек. Лидия Галактионова, Владимир Синдеев, Вести Чувашия.